Ну что, добрый день, уважаемые друзья, поближе сюда кучкуемся, чтобы далеко я не кричал ни до кого. Мы поздравляем вас с тем, что вы прибыли к нам. Очередной сезон мы открываем на территории яхт-клуба «Есть Кокосы». Давайте все вместе поздравим Ейскую школу виндсерфинга с 15-летием. 15 лет нам! Это действительно событие. И в какой год подряд проводятся соревнования, скажите мне? 18-й, все правильно. Друзья, ну и в начале парада давайте пробежимся по регионам. У нас 6 федеральных округов в этом году и 17 регионов. Буду называть города, регионы, поэтому вы, как только себя услышите, сразу кричите, аплодируйте и давайте о себе знать. Итак, с нами Санкт-Петербург, Москва. Московская область у нас представляет Мытища, Жуковский и Андреевка. Где вы у нас, ребят? Ну давайте хотя бы им поаплодируем, они точно с нами. Город Белгород сегодня тоже вместе с нами. Где у нас Белгород? Вот они. Бердск, Новосибирская область. Где вы у нас? Тоже есть. Жиденько, но есть. Свердловская область и город Екатеринбург. О. Вологда, Череповец, это Вологодская область. Где вы у нас? Ну, тоже молодцы, все здорово. Крым и город Севастополь. Здесь все. Краснодарский край. Это Сочи, Ейск, Новороссийск, Геленджик, Краснодар, Темрюк, Лазаревская. Краснодарский край. Да, молодцы. Город Липецк. Есть, да, Липецк? Где-то далеко там у нас, на галерке. Республика Башкирия. Ростовская область. Ростовчане с нами, молодцы. Нижегородская область. Самарская область, Калининградская область, в очередной раз с нами, молодцы. Ярославская область, соответственно, Ярославль и Республика Армения. Молодцы, что сегодня вместе с нами, поэтому так или иначе у нас соревнования можно считать смело международными. Все регионы представил, никого вроде не забыл. Еще раз напоминаю, друзья, с нами 6 федеральных округов и 17 регионов. Теперь все вместе, друг другу поаплодируйте, что вы вместе с нами. Ну и главный партнер соревнований, друзья, это компания «Внеэш Трейд Сервис». Одежда, оборудование, все для виндсерфинга. Они вместе с нами уже в очередной год и, естественно, без них никуда. «Внеэш Трейд Сервис». Соревнования также проводятся при поддержке Всероссийской Федерации парусного спорта. Яхт-клуб «Ейская коса» у нас вместе с нами. Отель «Ейск Винд», спорт-отель «Акватория Лето». Где сегодня, кстати, будет бесплатно показывать, презентовать фильм под названием «Ярд». Это все будет вечером, поэтому добро пожаловать на территорию акватории «Лето». Ну что, перейдем, наверное, к главным действующим лицам. Как вы думаете? Куда же без него? Вонгов Петр Владимирович, старший судья дистанции «Альфа». Сегодня вместе с нами мы его приглашаем на сцену. Карманов Александр, главный судья соревнований. Он тоже сегодня вместе с нами, мы дадим ему обязательно слово. Кектышева Евгения. Женя. Вот он, Женя. У него ноги сегодня как поршень работают, она бегает туда-сюда. Далее, Рюмина Любовь, главный секретарь соревнований. Сергеев Валерий. Где у нас Валерий? Это главный капитан судна под названием «Дельфин». Я еще много могу про него что рассказать, но просто парада не хватит. Чуть-чуть попозже. Серебряный Сергей, судья дистанции «Альфа». Щербакова Ольга, судья дистанции «Альфа». «Альфа», все правильно. Сорочинский Дмитрий, капитан судна «Тунец». Ткаченко Григорий, капитан судейского судна дистанции «Браво». Даниил Кулик, главный помощник на берегу. Алексей, спасатель, он же «Молния». И Чупленко Юрий, главный судья в дисциплине САП. Причем эта дисциплина у нас впервые, если я не ошибаюсь, правильно? Ну, давайте, наверное,
С Юрия и начнем. Администрацию мы сейчас пригласим обязательно. Но вначале дадим слово, наверное, все-таки... Хотя давайте, наверное, все-таки пригласим администрацию. Ирина Юрьевна Пантелеева, представляющая администрации муниципального образования Ейский район, а также главного специалиста по отделу физической культуры и спорта. Мы приглашаем Наталью Анатольевну Пенькову сегодня тоже вместе с нами. Милые дамы, ну с вас, собственно говоря, и начнем. Давайте поаплодируем. Ну, позвольте мне от имени нашего главы муниципального образования Ейский район Юрия Андреевича Келимбета, конечно же, от себя лично поприветствовать вас на нашей Ейской земле. Вы знаете, на самом деле очень здорово для нас и очень почетно, что именно у нас, в городе Ейске, в северной, так сказать, столице Краснодарского края, проходит уже 18-й год подряд данное соревнование. Это очень классно и очень здорово, и я искренне вам завидую, каждому из вас. Я шла сюда вот на каблуках, в таком наряде, а вы, закаленные солнцем, обладающие определенным характером, я это знаю лично, потому что моя крестница занимается парусными видами спорта. И это все накладывает определенный отпечаток и на характер, и на выдержку, и на волю. Это очень здорово. Поэтому я желаю всем вам удачи, успехов. Пусть в этих соревнованиях победит сильнейший. И у каждого из вас все сложится и сбудется так, как вы этого хотите. Поэтому всего вам самого доброго и только добра. Всего вам хорошего. Здравствуйте, уважаемые спортсмены, представители и гости нашего города Ейска. Вы прекрасно видите, что погода сопутствует вам в этих соревнованиях. Правильно Елена Юрьевна сказала, что администрация приветствует вас здесь, на нашей земле. Я смотрю, что ваш вид спорта соединил все возрастные группы от мала до велика. И, наверное, многие из вас уже имеют достижения. Мы гордимся нашими спортсменами, мы гордимся нашей Стефанией Елфутиной, которая стала серебряным призером на Олимпийских играх. И поэтому мы желаем вам удачи, счастья, знакомства нового. И пусть из вас победит сильнейший. Пусть судьи будут к вам благосклонны. Спасибо. Спасибо представителям администрации. Ну, а прямо сейчас, наверное, мы все-таки Юрию Чупренко дадим слово. Тем более, что дистанция, дисциплина впервые в этом году. Юр, ну, во-первых, мы тебя приветствуем. Расскажи нам немного, что это такое. Приветствую вас, друзья. Да, действительно, первый раз проводится соревнование по сапсерфингу. Я надеюсь, первый и все остальные разы тоже будет все проводиться. Я думаю, что каждый из нас, из вас уже, наверное, видел или слышал, что такое сапсерфинг. Мы будем проводить на Ейском кубке соревнования по САП. Наши даты планировались 3 и 4 мая. Да? Регламент и положение соревнований у нас расположен сзади, где и все остальные регламенты, поэтому можете ознакомиться. Да. Я приглашаю всех вас, ребят, вне зависимости от возраста, от увлечений, попробовать себя в соревнованиях по сапсерфингу. Если у вас есть желание, вы можете записаться в рейс, в нашем рейс-офисе, подойти просто туда, зарегистрироваться, написать свое имя, фамилия, отчество, телефон, возраст и все, в принципе. Приходите, регистрируйтесь, и я надеюсь, что завтра нам погода позволит, мы посоревнуемся, у нас есть дистанция отмеченная и для детей, и для взрослых, и для профессионалов, если такие наберутся. Так что жду вас, ребят. Спасибо, Юр. Ваши аплодисменты, друзья. По традиции, Петр Владимирович, вам слово. Дорогие спортсмены, приветствую. Приветствую в который уже раз на Ейской земле. Это лучшее начало российского гоночного сезона. Это традиция. Ейск, как всегда, гостеприимен. За что огромное спасибо нашим хозяевам, которые так душевно нас принимают. Предлагаю еще раз искупать в овации Ейскую школу виндсерфинга, яхт-клуб под мудрым руководством Виталия Владивостокова. От имени судейской бригады
Напоминаю вам, первое правило, вы все помните, безопасность. Второе правило, да здравствует фэрплей. Чистая, честная спортивная игра. Успехов вам. Воногов Петр Владимирович, собственной персоной, специально для вас, друзья. Ну и еще мы все-таки дадим слово Карманову Александру, главному судье соревнований. Саш, мы тебя приветствуем. Спасибо. Вся судейская коллегия приветствует всех участников соревнований, представителей тренеров. Над нами большая ответственность, так как помимо большого количества дисциплин, которые будут проходить здесь, в парусной доске, здесь еще у нас есть формат проведения отбора в классе бигтехно до U18 на первенство Европы и попадание спортсменов в лицензии на спартакиады учащихся 2017 года. Поэтому всем спортсменам честной спортивной борьбы, а судейская коллегия, конечно, постарается со своей стороны быть честными и беспристрастными. Всем удачи! Ну и пригласим, наверное, все-таки на эту сцену человека, без которого, собственно говоря, ничего бы и не было. Виталий Владивостоков, мы тебя просим, Виталь. Ваши аплодисменты, друзья. 15 лет Ейской школе Лисенка. И 18-й год подряд мы все проводим. Виталик, приветствуем тебя. И с праздником. Всех приветствую, здравствуйте. Очередной раз. Всех рад здесь видеть. На самом деле мы стараемся, мы подготавливаемся, и каждый год, наверное, мы уже даже и не спрашивают, будет Ейский кубок и не будет, он будет всегда. Сколько мы здесь, столько он будет здесь. Спасибо, всем честной победы, ждем красивых гонок. И самое главное, погода, а погода будет. Ну что, давайте поднимем все-таки флаг, и для этого мы приглашаем Колотаева Добрыню и Бугаеву Лизу. Где у нас есть? Одни из самых маленьких у нас. Иди, иди сюда. Ну, а также пригласим Диму Давыденко, который представляет Севастополь, который побеждал в прошлом году у нас на соревнованиях. Правильно же? Правильно. Выиграл причем, да. Где у нас он пропал? Нету, что ли, Димы? Отлично, воспользуемся, вперед. Так, где у нас флаг готов, гимн готов. Заберите детей на поднятие флага. Кто у нас? Вот Жень, молодец. Жень у нас ответственна за все. Да-да. Внимание, звучит гимн Российской Федерации. Ну что, друзья мои, с праздником, мы поаплодируйте. Соревнования открытые. Ну а теперь, наверное, на общее фото. Как вы? Итак, друзья мои, сюда на сцену и общее фотографирование. Вперед, вперед, вперед. И такие все еле-еле вяло такие. Начало соревнований, ребят. Вов, музыку дальше поставь. Чуть-чуть кучнее, потому что там на сцене полным-полно.
Вы улыбайтесь всем подряд, смотрите, сколько фотографов. Сказали, давайте все вместе. А, и все такие. Еще раз всех поздравляем с праздником. И пусть повезет сильнейший. И не забывайте, что самое главное — это участие. Внимание, друзья мои, прямо сейчас собрание около доски объявлений, никуда не расходитесь, и сейчас получите всю информацию от наших главных судей. Собрание около доски объявлений. Уважаемые спортсмены, собираемся на первое рабочее совещание около доски объявлений. Уважаемые спортсмены, просьба немножко сейчас кружочек сделать, два шага назад от доски объявлений. Так, дорогие друзья, как бы гоночные инструкции, надеюсь, вы уже все изучали, то есть это надо делать не в последний момент. Это рабочий документ. По результатам вчерашних тренировочных гонок кое-какие изменения внесены были. Поэтому сейчас немножко о них поподробнее.